пыльный тянет и спрейн-сил также. Это круто будет так. Идет разница, мы не снимем, что тот надо просто распылить, это требует ручного носения. Его можно использовать как третий палец консерват. Я сделаю пол деталей. Можно наносить его как на слегка влажную машину, так и на сухую. Иногда на черных кузовах ребята БСД мешают с водой один к одному, для того, чтобы лучше располировался. Вот Влад сейчас показывает способ нанесения правильный. Сначала на фибру, потом на кузов. Если вы нанесете, особенно вот на этих черных цветах, на теплый автомобиль сразу на кузов, то у вас будет, скажем так, проблема в располировке. Вам может не понравиться. Нанесите на фибру и потом состав кладите уже на кузов. И соответствующий будет еще.